Жильцы дома номер 72 по улице Преображенская живут в ужасных условиях. Однако ЖКС отказывается проводить ремонт парадного и фасада, мотивируя это отсутствием средств. Дом номер 72 по улице Преображенская уже давно нуждается в ремонте. В доме проблемы с канализацией и водопроводом, в ужасном состоянии парадные и лестничные марши. Фасад здания в настолько плачевном состоянии, что ходить по улице рядом с домом просто опасно. С наружной стороны плитка облицовочная. Было такое, что падало просто на тротуары. Слава богу, никто не пострадал. То есть, а если бы даже плиточка небольшая, там 5 на 3 сантиметра попала бы кому-то в голову, это все уже... Получилось бы трагические обстоятельства. Жильцы неоднократно просили ЖКС застеклить фасад, напоминали о необходимости покраски лестничных маршей. Заявления в Едином центре обращения граждан также не принесли результата. Точные сроки ремонта не уточняют. В ответ на жалобы на неприятный запах из подвала директор ЖКС заявил, что течи не выявлено. Кроме того, уборка придомовой территории и парадного вообще не проводится. ЖКС, как обычно, заявляет, что на полноценное обслуживание нет средств. Раньше они мотивировали то, что нет денег... То, что жильцы там ничего, сами никакую инициативу не проявляют. Раньше была уборщица, которую оплачивали со своего кармана люди. Таким образом, отказываясь проводить необходимые работы, ЖКС «Портофранковский» не выполняет условия договора с жильцами. Тем временем люди продолжают платить за несуществующие услуги, задаваясь вопросом, куда уходят их деньги. Возможно, этим вопросом зададутся и чиновники департамента городского хозяйства, обязанность которых – контролировать работу ЖКС.